Биометрические паспорта уже в ходу во многих странах. С таким документом получить визу и пересечь границу несколько проще. В некоторых даже готовы претить въезд иностранцев с документами старого образца. В Чебоксарах от мировой тенденции не отстают. И уже сегодня сотрудники иммиграционной службы готовы сами приезжать на предприятие и выдавать паспорта нового образца. Процедура оформления загранпаспорта происходит как обычно. Для начала нужно собрать и заполнить необходимые документы, сфотографироваться, а потом подождать месяц, и можно бежать за путевкой. Ситуация значительно упрощается, когда сотрудники миграционной службы сами приезжают к гражданам с новой биометрической аппаратурой. Гражданину нет необходимости идти в наше подразделение для оформления паспорта, а предприятие выигрывает только от того, что гражданин потерял 10-15 минут и не отлучается с рабочего места. Поэтому, я думаю, это очень удобная услуга для всех. И вот с сегодняшнего дня наше управление начало оказывать эту услугу и будет выезжать во все предприятия, организации города. При выезде на предприятие мы осуществляем прием заявлений от сотрудников данного предприятия и членов их семей. Конечно, экономит время во многом. Ну и не надо искать, ходить где-то. Сразу все на месте. Удобно и получателям паспортов, и сотрудникам миграционной службы. Во время одного такого выезда могут оформить документы десятки людей. Так удобнее регулировать очередность. Одновременно специалисты проводят разъяснительную работу, почему загранпаспорт нового образца удобнее старого. 10-летний срок действия паспорта. В данном паспорте страниц. Данный паспорт более защищен от подделки, чем паспорта старого образца. Вся информация по выездным приемам имеется на интернет-сайте Управления миграционной службы. Татьяна Филатова, Николай Яковлев, Республика.